Всем привет, друзья! Меня зовут Виталий Жогов, рад видеть вас на своем YouTube-канале, на котором я делюсь всеми способами, при помощи которых я приумножаю свой капитал. В сегодняшнем видео, друзья, я хотел бы поделиться своим мнением по поводу дальнейшей судьбы биткоин. Прошу обратить внимание, друзья, о том, что я не являюсь каким-то там профессиональным трейдером, и это не есть призыв к действию, это всего лишь мое мнение. Я уверен в том, что есть люди, которые намного больше понимают в трейдинге, и если вы относитесь как раз к этим людям, прошу поделиться своим мнением в комментариях, друзья. Ну что ж, давайте начнем. А начнем мы с графика биткоин. Как мы видим, сейчас биткоин дал рост. Биткоин, в принципе, находится в восходящем тренде. Была небольшая такая коррекция, был немножко мы пошли вниз. Здесь сделали вот паттерн двойное дно и вернулись наверх. И сейчас вот крутимся возле этого уровня, от которого мы, по сути, уже несколько раз отбивались. Вот здесь и вот здесь отбивались и шли вниз. Что я думаю по этому поводу, друзья? Сейчас у нас по индикатору RSI у нас очень большая перекупленность биткоина. И считаю, что пробитие этого уровня это был ложный пробой. Почему, друзья, я так считаю? Смотрите, сейчас я вам покажу. Например, вот мы возьмем общая капитализация криптовалют. Вот как мы видим, общая капитализация криптовалют уже достигла 369 миллиардов долларов. О чем нам также говорит вот сайт CoinMarketCap, вот рыночная капитализация. Дальше, друзья, на что я еще хотел бы обратить внимание, это доминирование криптовалют, точнее доминирование биткоина над другими криптовалютами. Смотрите, друзья, здесь биткоин падает, вот как мы видим, он в падающем канале. Но при этом, вот сейчас перейдем, при этом биткоин растет. Почему же он, друзья, растет? Вот как мы видим, сейчас я сделаю больше, и объемы, есть то селлы, то баи. Как бы объемы сейчас здесь немалые торгуют. Почему я думаю, что биткоин будет падать? Но перед этим он, конечно же, вырастет. Это все связано тем, что работают крупные игроки, то есть так называемые киты. Я думаю, что они сейчас пробили этот уровень и пойдут вот сюда. 11800 они пробили и придут вот здесь 12100, там 12200. Они набирают как бы еще больше людей, так как я смотрел сейчас индикатор жадности, он в принципе там в зеленом уровне, люди, когда увидели, что криптовалюта это уже растет, они начали закупаться, а киты как раз этим и пользуются. Сейчас они еще немножко поднимут цену, так как перед этим вот мы шли, линия постоянно, вот смотрите какие объемы, постоянно биткоин закупался все время. И сейчас те, кто хотят его продать, они не смогут продать все в один день по этой цене, потому что никто не купит. И я думаю, что они, эти киты, то есть крупные игроки, поднимут этот биткоин еще выше, вот где-то сюда, возможно даже и сюда. Я думаю, выше уже в принципе не должны пойти. И после этого начнется сброс. И сброс этот будет сначала, это лично мое мнение, друзья, я еще раз повторюсь, я не являюсь профессиональным трейдером. Я думаю, что цена упадет к 10 тысячам. И я думаю, что это будет в принципе уже такое большое падение. И возможно даже ниже. Вот, например, вот где-то даже сюда. Сейчас я нарисую. Вот, я думаю, даже вот сюда, к этому уровню, мы можем очень-то хорошо даже упасть. И это будет падение, возможно, ну это обратно же, это суть мое мнение. Я думаю, что это падение будет очень быстрое. Потому что они, в принципе, когда уже здесь увидят люди, как в принципе их в основном называют хомяки, что цена идет вверх, они начнут еще больше закупать, так как никто не хочет оказаться в последнем вагоне уходящего поезда. И люди будут думать, ага, если мы здесь пробили этот уровень, значит мы сейчас обратно же летим на, вот, на этот уровень. Это 13-14 тысяч, или возможно там даже больше, там к 20 тысячам. Потому что много было прогнозов, что биткоин-то будет 100 там, тысяч. И люди, которые как бы не очень так давно с этим всем, они будут реально думать, что вот мы уже пробили эти вершины, и мы, значит, полетим
Вверх. Ну, я думаю, что такого сильного полета вверх не будет, а будет коррекция и очень даже хорошая. Я, в принципе, делаю свой прогноз, что мы сначала, друзья, мы пробьем, возможно, точнее, мы уже его пробили. Вот этот уровень, вот. Хотя это, я думаю, ложный пробой. Вот сейчас я на четырехчасовом посмотрю. Вот, друзья, мы пробьем и, возможно, мы дойдем сюда. Вот, к уровню 12 тысяч. Если его пробьем, тогда, в принципе, я думаю, что еще больше придет людей. И тогда мы полетим вот сюда. Вот. Это я, в принципе, думаю, что это уже последний уровень. От этого уровня мы будем лететь вот сюда. Ну, это суто мое мнение. Я же говорю, я не являюсь профессиональным трейдером. Но, в принципе, по этому видео мы поймем, насколько я был прав или не прав. Я сейчас, друзья, не нахожусь ни в покупках, ни в продажах. Я пока что жду. И жду я падения для того, чтобы закупить биткоин по более выгодной цене. Друзья, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, прошу вас подпишитесь, так как здесь я выставляю информацию самую актуальную в первую очередь, потому что YouTube пока там смонтируешь пока что, а в телеграме информация выходит в первую очередь. И если я буду покупать какие-то криптомонеты, вы всегда узнаете об этом первыми. Ну, вот такое видео, друзья. Также не забывайте подписаться на мой YouTube канал, ставьте лайки, друзья, пишите комментарии. Если у вас есть какое-то свое мнение по данному поводу, рад буду видеть эти комментарии и почитать. Всем спасибо, друзья. Всем пока. До новых видео.